Добрый вечер. Сегодня у нас обзор прицепа Русич 253. Прицеп полной массы 750 килограмм. Категория Е здесь не нужна. Габариты кузова 2,5 метра на 1,3. На видео прицеп базовая комплектация, в которую входят колеса, сам прицеп, сцепное устройство. Ну, в общем, все, что на видео. Задний борт откидной, быстросъемный. Вот такие вот замки у него. Вот оно откидывается. Пол ламинированная фанера 9 миллиметров толщиной. Вот такие вот петли стоят быстросъемные. Так, мы одну петлю, вторую. И сняли задний борт. Передний борт в базовой комплектации стоит на болтах. При желании сюда также устанавливаются замки и быстросъемные петли. Тогда мы получаем уже полностью откидной передний и задний борт. Так, в базовой комплектации также идут самосвальные замки уже в комплекте. Вот так работает функция самосвал. Сейчас со стороны покажу, как выглядит. Вот так вот. Очень удобно что-то стаскивать. Я в свое время две палеты тяжелые привозил. Вот тоже их умудрился без погрузчика их стащить на землю. Вот. Сейчас подвеску посмотрим. Подвеска здесь рессорно-амортизаторная. Стоят четырехлистовые рессоры типа Алка. Вот так вот выглядит. И амортизаторы. Вот так вот снизу выглядит прицеп. Так. На прицеп может быть установлен тент с каркасом различных вариантов высоты. Максимальный это 1,5 метра от пола. Так, высота бортов 40 сантиметров. Вот это такая достаточно большая высота. Обычно прицепы идут 30. Здесь вот сделано 40 сантиметров. Чтобы борт не гулял, более жестко стоял, он сделан следующим образом. То есть профильный лист, и он усилен по периметру вот такой вот трубой, 2,5 на 2,5. Вот. И вертикальные усиления идут. На длинном борту 2 вертикальных. Короткий одна. Всем спасибо за внимание.